Построение отношений в тяжелые периоды жизни. Так, видите, сколько разрушенных судеб. Очень тяжело жить в этом мире. Все надеются, что я спрошу. Да? Ну, после, вот сейчас поговорим, будем только мужчин спрашивать. Кто сказал? Вы? Хорошо, не волнуйтесь, все нормально. Разберемся с этим вопросом. Видите, он меня обвинил, у меня два варианта есть. Первый вариант — начать ругаться или оправдываться. Второй вариант — просто почувствовать боль человека, что ему сильно нужно. И среагировать на эту боль правильно, адекватно. Понимаете? Это очень важно именно так. Потому что если нет внутренней силы, человек реагирует на другого человека как на объект раздражения, как на опасность, на желание, как будто он хочет тебя разрушить, хочет принести тебе страдания. Ты начинаешь защищаться, начинается конфликт в результате. Он просто стучится в твою дверь.